предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это блоки интерьерного покрытия, которые давным-давно вскружили голову всей стране. А почему? Да потому что с ними легко, просто, даже женскими ручками можно сделать ремонт буквально за мгновение. Самое главное предложение только сегодняшнего дня можно использовать в коридоре, в гостиной, причем буквально за 15 минут сделать красивую акцентную стену. Вот сейчас вы видите в детской комнате 5 квадратных метров. Та самая упаковка, которая стоит сегодня 1999 рублей. Самая выгодная стоимость только сегодня. Это спальня, ваше будущее. Фактура, рельеф, все необычно. Все хочется рассматривать каждую секундочку. То есть такие, знаете, интересные предложения, которые никогда не наскучат. Все это вам расскажет и покажет Алексей Мичурин, эксперт телеканала Shop & Show. Не один ремонт сделал своими руками. Сегодня расскажет, как делать это. Итак, дорогие друзья, как всегда, я показываю вам великолепное решение для идеального современного ремонта своими руками. Это блок интерьерного покрытия, который сделан из материала ПВХ. Он идеально стилизован под натуральный кирпич в данном случае, и его легко наносить благодаря клеевому слою. Клеевой слой универсальный, соответственно, вы можете его наклеить на любую неподготовленную стену. Что такое неподготовленная стена? То есть не выровненная идеально, может быть, со всевозможными углублениями, трещинами и другими шероховатостями. Смотрите, Оля, самостоятельно не промазываем стену ничем, не промазываем сам блок ничем, просто приклеиваем и разглаживаем по всей поверхности и получаем идеальный результат. Кроме всего прочего, этот блок выглядит не только красиво, но он еще и практичен. Да, если вы что-то на нем нарисовали, если что-то у вас разлилось на этом блоке, то вы легко сможете его протереть. Олечка, давай побрызгай сюда. Пшик-пшик. Протереть обычной тряпочкой. То есть в данном случае он такой же практичный, как кафельная плитка. Соответственно, вы можете его использовать на кухне, в ванной комнате, то есть в мокрых зонах. При попадании влаги вы эту влагу будете легко убирать. Но еще плюс дополнительные свойства – это теплоизоляция, это звукоизоляция, это ветрозащита, то есть не будет у вас сквозить. Ну и, конечно же, шумоизоляция, если это вдруг наклеиваете в детской комнате. Отлично. Цвета. Алешенька, мы сегодня сделали сюрприз для наших телезрителей. Мы знаем, какие цвета всегда самые популярные на нашем телеканале. Именно эти супер-хиты мы сегодня и представляем, и немножко новинок. Белый, золотое ретро, альпийский дуб, мозаика белая, кирпичная, античная латунь, греческий мрамор и еще, смотрите, смешанный кирпич. Сейчас чуть позже мы вам сейчас покажем. Смешанный кирпич при заказе будет называться лофт. Видите, новые оттенки и ваши любимые бестселлеры, которые вы так часто заказываете. Друзья, заказывайте. В комплекте вы получаете за 1999 рублей сразу 10 листов. Это 5 квадратных метров. Посчитайте, сколько квадратных метров нужно вам для полноценного ремонта, либо для акцентной стены, и сделайте свой заказ. При заказе 3 упаковок получается уже бесплатная доставка. Ну и что такое 5 метров, легко увидеть вот на нашей инсталляции. Посмотрите, там, где стоит обеденная зона, это как раз 5 квадратных метров, то есть 3 блока по ширине и 3,5 блока по высоте, то есть 2,5 метра. Идеально может быть зонирование с одной упаковки, то есть отмечаем мы как раз вот обеденную зону, да, разделяем пространство и создаем уютное пространство с помощью блока. При оплате карты, Алеша, минус 5%, мы уже это знаем наизусть, 1899 рублей, если вы оплачиваете свой заказ банковской картой прямо сейчас. Ну и еще раз посмотрим. Все, да, Олечка сказала? Да, сейчас еще хочу сказать, что это хит продаж, и обычно за один эфир продается более 1000 экземпляров. Но это действительно, я подтверждаю, что и все наши коллеги покупают данные блоки, и действительно в восторге от их практичности. Ты слышал, что она рассказывала перед эфиром? У нее недавно закончился ремонт, она, правда, его сделала за 2 недели, это очень быстро. Быстрый ремонт, но строительные бригады, она говорит, пришлось жить с мужиками, потому что мужики не выходили из квартиры, они и ночевали, и с утра просыпались, уже начинали делать ремонт. Но она говорит, все это очень затратно, очень грязно, и вот такое ощущение, что ты живешь в общежитии.
с чужими людьми постоянно. Ну вот еще раз мы показываем наглядно, как изменяется пространство, как изменяются стены. Стена у нас выполнена из ОСП, да, то есть это стружечная плита, которая вся неровная, с шероховатостями. Плюс здесь у нас есть переход с одной плиты на другую. И посмотрите, мы даже не стали его никак шпаклевать, не стали заделывать, потому что блоки скрывают все эти неровности. В этом преимущество блоков, что вы не тратите время на подготовку стены. Потому что иногда на подготовку, именно на штукатурку, уходит такое большое количество материала, что это намного дороже, чем, допустим, поклеить те же самые обои. Здесь вы наклеили блок, у вас стена выровнялась, и вы получили идеальный ремонт сразу же. Посмотрите, какое шикарное преображение. Причем каждый кирпичик можно вырезать и сделать дизайнерский проект. Акцентная стена. Ну, для этого вам одной упаковки прям смело хватит. Так, смотрите, на балконе тоже можно использовать. Алешенька не раз говорит об этом, что перепады температуры вообще не страшны блоком интерьерного покрытия. За батареей, на любую поверхность. Но сейчас Алеша нам расскажет, как нужно правильно подготавливать поверхность и нужно ли это делать. Итак, Алеша, смотрите, во-первых, блоки ложатся на любую поверхность. ОСБ-плита, покрашенная стена, деревянная стена, бетонная, гипсокартонная, металлическая, либо даже старый кафель подойдет в качестве основы. Готовить не нужно. Если дефекты толщиной порядка 3-5 миллиметров, то вы можете абсолютно не готовить стену. Блоки очень легко режутся обычным макетным ножом, либо канцелярским он называется. Поэтому если вам нужно вот так обрезать излишки блока на оконном проеме, на дверном проеме, либо вырезать там розеточку, то вы легко это все сделаете самостоятельно. Так, скажи, пожалуйста, насколько это все долговечно? Это очень долговечно, намного практичнее, чем дерево, допустим. Чем обои. Да, не требует никакого специального ухода. Устойчив к перепадам температур, то есть зимой холодно, летом жарко, а блоки будут вести себя идеально и не терять своих свойств. Друзья, 1999 рублей успеете заказать. Вот представьте, с утра проснулись, выходной день, взяли любой цвет, сейчас вот цвета вы видите на экране, выберите любой оттенок и буквально за полчаса, за час сделали максимальное преображение в вашем интерьере. Ведь мы всегда откладываем ремонт на потом. Либо это дорого, очень сейчас строительные материалы очень подорожали, многие позволить себе ремонт просто не могут. А тут взяли и реализовали то, о чем вы давно мечтали. Звоните, делайте свои выгодные покупки.